открывает сегодняшнюю подборку сериал «Госпожа Фазилет и ее дочери». Этот сериал рассказывает о событиях, происходящих в обычной семье. Госпожа Фазилет всю жизнь мечтала, что ее девочки приобретут настоящее счастье и будут самыми счастливыми девушками на всем свете. На берегу Босфора живет семья богатого человека Эймена. У них роскошный особняк. Именно в такой роскоши мечтает провести свои годы Фазилет. И вот случилось то, чего она даже не ожидала. Старшая дочь Хазар влюбляется в сына Эймена. Молодой симпатичный Синан тоже не может устоять перед красавицей. И вот мечта Фазилет сбывается прямо на глазах. Она вместе со своими дочерьми оказывается у богатой вилле на берегу Босфора. Сон. Булут и Элиф давно мечтают быть вместе, но проблема заключается в том, что герои являются выходцами из совершенно разных слоев общества. Так сложилось, что и семья Элиф категорически против того, чтобы девушка связывала себя отношениями с недостойным. В итоге только во снах влюбленные могут проводить время и встречаться, но этого недостаточно для счастья. В реальности между героями возникает еще одна преграда в лице другого мужчины, который также будет мешать Булуту и Элиф воссоединиться. Звезды мои свидетели. Арас – знаменитый певец, который завоевал любовь всей страны. У него много поклонников. А Хазиран – простая девушка, отчаянно влюбленная в него и мечтающая стать знаменитой певицей. Однажды они встречаются на его концерте. Чукур. Чукур предстанет как город контрастов. В этом городе можно встретить не только памятники архитектуры, но и криминальных авторитетов. Семейство Кочевалы руководит делами района и не позволяет, чтобы здесь торговали наркотиками. Разворачивается война. Но однажды в город приезжает младший сын, который когда-то покинул семью Кочевалы, и встречает прекрасную девушку с трагической судьбой. Ее разыскивает полиция по обвинению причинения вреда ее родным. Девушка вынуждена скрываться. Сериал «Черно-белая любовь» рассказывается о герое, который совсем не ценил чужие жизни. А и о том, что такое любовь, он забыл уже давным-давно. Однажды силой похитив женщину-доктора, который срочно ему нужен, чтобы спасти одного человека, он получает приказ убить ее, потому что она стала свидетелем убийства. Но дав шанс девушке на жизнь, она научит его жить по-новому.